хочу, не хочу, не хочу. Хочу, хочу мороженого, кока-колу, грамоты, награды. Ну, это тогда тебе надо в 39-ю орбиту. Крашу, крашу я заборы, чтоб тунеядкой не прослыть. Но крашу, крашу я заборы, чтоб тунеядкой не прослыть. Директор, а директор? А вы зачем забор красить? Вы же директор, вам же полагается ничего не делать. Знаю, знаю, должность у меня такая. Но, дай думаю, пока дети спят на солнчасе, забор покрашу. Одобреешь? Ничего вы не понимаете в директорской жизни. Хочешь, приказы отдавай, хочешь, мороженое ешь. Ха-ха-ха, она заборы красит. Так-так, понятно. Значит, мороженое. Эй, сторож, отрубите ему голову. Беги-беги, беги на край земли. Из последних сил. Вот это я где? Здравствуй, милок. Слушай, как бы мне золотую рыбку повидать? Да вот оно, море. Слышь, касатик, попросил бы ты у нее новый спортинвентарь. Ну вот, снова здорово. Сначала тебе инвентарь поменять, потом новый спортзал. Да не, куда уж там нам? Ну ладно, поговорим. Эй, золотая рыбка, ну ты что, не слышишь, что ли? Ну что тебе надобно, старче? Ой, а ты кто? Золотая рыбка. Слушай, значит так, я хочу, чтобы ты... Что? А ты сплел невод? А ты его трижды закинул в море? А ты меня поймал? Палец о палец не ударил, а туда же. Подумаешь, килька несчастная. Эй, вы кто такие? Мы девицы-мастерицы. Я Галина Прекрасная. Я Ирина Премудрая. А я Ирина Павловна. А как это вы так? Я тоже так хочу. Ну как, девочки, научим? Научим. Чтоб отрядом дружным стать, на линейку надо встать, громко выкрикнуть название и девизом поддержать. Чтобы на сцене первым стать, надо часто выступать, чтобы круто получилось, много репетировать. Не хочу! В школе учат, еще тут навалились. Да, видно, тебе нужны двое из ларца одинаковы с лица. А как до них добраться? Ступай-ка ты прямо, а чтобы не заблудиться, вот тебе. Эй, двое из ларца, одинаковых с лица. Здрасте! Ну что же, это правда? Вы все за меня делать будете? Ага! Ну тогда я хочу, во-первых, грамоту. А это что, вы пальцы за меня загибать будете? Ага! Хорошо. Во-вторых, призы.
а в-третьих, чипсы и кока-колу. Будет сделано! Алло, стоп! Вы что это, и призы за меня получать будете? И чипсы за меня есть? Ага! Ну, совсем ничего не соображаю. Уж лучше я сам. Вы думаете, что я совсем ничего не умею? Прям как вы? Ага! Ну уж нет. Жалко, что у меня инструмента нету. Ну, то это можно. Это чё, инструмент? Ага, хорошо. Как захочу, так всё сделаю. Вот видишь, когда сам за дело берешься, будут тебе и призы, и грамоты, и чипсы с кока-колой.